Город Видное недавно отпраздновал свой день рождения. И пусть это была не юбилейная дата, власти городского поселения все равно подошли к этому празднику с подарками для видновчан. В рамках комплексного благоустройства дворовых территорий появились три спортивные площадки для воркаута. Я думаю, что это очень хороший подарок, так как спорт, он просто необходим нашей молодежи, нашему народу, нашей нации. Площадка появилась и на проспекте Ленинского комсомола между домами 8 и 10. Некоторые перекладины еще даже в целлофане, но в целом спортивный комплекс готов к эксплуатации. Однако пока свидетельством того, что здесь появляется молодежь, служит лишь пустая бутылка из-под энергетика, кстати, брошенная мимо мусорной урны. Площадки на улице Советской, дом 19 и на проспекте Ленинского комсомола между домами 64 и 66 не приняты в эксплуатацию, так как подрядчику необходимо поменять напольное покрытие, нынешнее развалилось на куски. То, что площадка есть, это все прекрасно, это все замечательно. Но умели бы еще беречь то, что есть. Вот отношение варварское и к природе. Ломают деревья. Площадку не успели сдать в эксплуатацию, как тут же ковролин этот в клочья полетел. Видновчане довольны, что во дворах стали появляться как детские, так и спортивные комплексы. Они пользуются очень большой популярностью среди людей любых возрастов. Дело в том, что здесь вот для пожилых ничего нет. Вот многие в Подмосковье, в Видном страдают, многие пожилые люди страдают хроническими заболеваниями позвоночника, конечностей. И ходят с палочками, присесть негде. И вот они тоже ютятся на этой площадке. Кто успеет, тот присядет. Кто нет, значит, вот это большая проблема. Пожилые люди с нетерпением ждут оснащения своих дворов удобными лавочками, а также надеются на подарок к полувековому юбилею города. Видновчане со стажем мечтают о спортивной площадке с тренажерами, где они могли бы на свежем воздухе поддерживать свою физическую форму.